Терпение, главное терпение, говорит сборщик вертолетов Карим Валиулин. На заводе мужчина работает 4 года. По его мнению, собирать именно винтокрылую технику особенно интересно. Чертежи интересней. И как бы гордость, потому что ты руками своими собираешь, и все это потом летает. История Казанского вертолетного завода началась 4 сентября 1940 года, когда был создан Ленинградский авиастроительный завод. Великую Отечественную предприятие эвакуировали в Казань. За годы войны на фронт отправили более 10 тысяч ночных бомбардировщиков, а послевоенный период завод перестроился на выпуск комбайнов. Предприятие получило орден Трудового Красного Знамени. Лучшим работникам завода сегодня вручили государственные награды. Орденом за заслуги перед республикой удостоился Ренат Валиулин. На заводе мужчина работает более полувека, сейчас уже вместе со своим сыном. Тоже работает в одной бригаде со мной. Мы сейчас собираем новую модификацию машины Ми-38. Стали работать по той ширине автоматы. Работа идет более быстрее. Изготовление деталей с большой точностью. Вертолетная история в Казани началась в 50-х годах. Завод стал и первым в стране серийным производителем вертолетов Ми-1 и первым экспортером Ми-4. Освоил самый массовый в стране Ми-8. Сейчас уже дошел до модификации Ми-38. Казанский вертолетный завод вносит значительный вклад развитие авиастроительной отрасли Татарстана и всего отечественного вертолетостроения. Символично, что 80-летие завода совпадает с годом празднования столетия ТАССР. Завод достойно представляет республику на рынках России и мира. За 80 лет 12 тысяч казанских винтокрылых машин разлетелись почти в 100 стран мира. Как подсчитали, суммарный налет составил более 50 миллионов часов. Сейчас гордость завода – это вертолеты серии «Ансат». Это единственный в нашей стране вид вертолетов, который был разработан и создан в постсоветский период. «Ансаты» уже успели проявить себя и на фронте борьбы с пандемией. Их медицинские модификации с инфекционными боксами сейчас работают в десятках регионах страны. Наша задача – вывести Казанский вертолетный завод на новый уровень. Для этого у нас есть все. Прекрасный коллектив, славная традиция, замечательная линейка вертолетов «Ансат», семейство Ми-8, Ми-38 и их многочисленные модификации. В модернизацию завода в последние годы вложили более 11 миллиардов рублей. Заказы поступают из России и зарубежья. Так, контракт с заводом заключил Рособоронэкспорт. Потребность рынка оценивается в 200 вертолетов Ми-38. Работа должна завертеться с еще большими оборотами. Дмитрий Арин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Күтілмеген қонақ күттіріп кіне интернет фильтрлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын ТНВ.ру сайтында қарап болады.